И в завершении выпуска Никита Готовцев, лауреат премии «Наше Подмосковье», совместно с единомышленниками провел урок в Люберецкой школе номер 8. В ходе занятия детям удалось на себе испытать, каково это быть инвалидом по зрению. Также ребят научили, как помогать людям с ограниченными возможностями здоровья в тех или иных ситуациях. Напомню, Никита Готовцев получил губернаторскую премию в прошлом году за проект «Моя история. Жизнь с инвалидностью». Я думаю, что для них это будет расширение кругозора какое-то, да, и какой-то след в их душе на будущее оставит. У Никиты ДЦП, однако для него это не повод сидеть сложа руки. Но так было не всегда. Еще будучи учеником, парень столкнулся с рядом сложностей, одной из которых было непонимание со стороны сверстников. Уже сегодня он проводит в учреждениях Подмосковья такие занятия, где наглядно показывает детям, что инвалиды – полноценные члены общества и, вероятно, даже более открытые к общению. Мы хотим показать, что несмотря на инвалидность, на какие-то физические ограничения, можно быть социально успешным, реализованным и позитивно смотреть, в общем-то, на мир. Человек с ограниченными возможностями по здоровью не ограничен в своей реализации. На собственном примере ребятам это доказали гости, представители различных общественных организаций инвалидов. Так как занятие было приурочено к месяцу «Белой трости», школьникам предложили почувствовать себя на месте человека, который ничего не видит. А также дали возможность быть поводырем и провести его через препятствия. А ты за ней идешь. Что ты идешь за ней. Вот. Ничего смелее. В свою очередь, инвалид по зрению Павел Синев показал, как правильно помочь слабовидящему или слепому человеку. Такие вещи закладываются с детства, то есть понимание проблемы. Если ребенок это осознает с детства, то и в дальнейшем он всегда окажет помощь и не бросит человека в беде, в сложной ситуации. Не только людей, у которых проблемы со зрением, но и, наверное, любого человека, попавшего в беду. Да, они не похожи на других, но к этому нужно относиться с пониманием. В этом и заключался урок, который Никита Готовцев совместно со своими единомышленниками провел для школьников. Эффективность таких занятий признали на региональном уровне. В 2016 году за этот проект председатель общественной организации инвалидов «Сами» получил вторую премию губернатора «Наше Подмосковье». Вот эти встречи помогают нашим детям понять особенности детей с ограниченными возможностями здоровья и вообще людей. Потому что мы с вами, те, которые полностью здоровы, не можем достучаться до их душ так, как стучат те, у которых это явно видно. Она сердце опять горячо, и опять медведа. Для учеников 8-й Люберецкой школы такие занятия, направленные на формирование дружеских отношений, проходят постоянно. Поэтому они хорошо подготовились к приходу гостей, подарили им подарки, которые сделали своими руками, а на прощание провели уже традиционный ритуал объятий. Тем самым каждый ребенок в знак благодарности оставил частичку себя людям, которым по-настоящему нужно внимание. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.